Когда, это идеальный случай, когда запускается процесс преобразования куска города. Вот, главное достижение, мне кажется, этого места, ну, несколько достижений. Первое, все горожане увидели, что можно что-то сделать, можно сделать, а, быстро, б, закончить, и с, хорошо, и все это сделать одновременно, в одном месте, быстро, хорошо и закончить. Это станет прямо одним из главных туристических центров российских. Это прям пример такого реосвоения центра.